Новая книга, которая будет у букиниста, это «Как мы делали безумное чаепитие». Мы, конечно же, какие-то моменты упустили, но фотографии остались, которые не вошли туда. Поэтому здесь можно кое-что увидеть, можно в других книгах посмотреть. Так, вот эта фотография перевернутая. Но это понятно, что перевернутыми буквами было написано на стене. Как мы ездили на ярмарки, посмотрели вообще реакцию людей на книги, когда уже книги точно никому не были нужны. Вот здесь вот, кстати, было видно, как рядом с нами стоят урючники, и у них берут урюк горстями. Вот такую даже футболку мы делали по безумному чаепитию. И все, что связано с чаепитием, очень много чего осталось. Но мы уже эту историю прошли и не будем ее продолжать. Нет смысла в этом. Нужно делать что-то новое. Но это как передача опыта кому-то. Вот о чем будет эта книга. Возможно, кто-то что-то поразмыслит и подумает, что на самом деле с детьми можно что-то делать. Очень много фотографий у нас было именно на фотоаппарат большого формата, поэтому они в формат книг не умещаются. Также мы можем сказать, что это фотоальбом, по большому счету, но и немножко там описание всего, что мы делали. Это для нас было интересно, это для нас был опыт. Какие-то люди приходят, какие-то люди уходят. Отсеиваются ненужные. Это всегда в любом бизнесе или деле. Ну, а у нас вот такая история.